Перед началом заседания глава региона побывал в агрофирме «Победа». Это самое крупное сельхозпредприятие района. На примере этой агрофирмы Александру Ткачеву показали, как район готовится к севу. Техники там хватает, и она вся новая, отметил директор предприятия. А значит, и результатов следует ожидать высоких. С подбором техники вышли на то, что раньше у нас была большая проблема, как говорят, даже не сева, а подготовки после. Сейчас вот мы практически... Значит, вовремя посеять, правильно? Значит, вовремя. Скоро сева, да. Лучше нашей техники именно вот такого класса. Серьезно? Ну, нету замены. Вот нету и все. Альтернативы, да, нет ему. Да, альтернативы нету. Но, конечно, импортная техника в других технологических она в цепочках. Да, да, она... да, представь себе, да, там... Мы кондиционер поставили, там, механизаторы да. будут комфортные. Экономика. Агрофирма «Победа» на протяжении последних нескольких лет входит в число 300 лучших предприятий России. Там ежегодно самые высокие показатели урожайности по северной зоне. Губернатору показали семена для посева. В целом по региону агрономы предпочтение отдают разработкам кубанских селекционеров. На них и делают ставку. Семена все кубанская селекция. Сортовой состав состоит в основном из урожайных сортов. У нас, кстати, не хватает и науки. Наверное, мы и подзабыли, и просто бросили это. Одно время. Нет, это, конечно, семена свеклы, я имею в виду семена кукурузы, подсолнечник, вот подсолнечник, к сожалению, более 50% импорт. И надо, конечно, возвращать с учетом и санкций. У нас все на уровне. Это базовые вещи. Вот сегодня решается судьба будущего урожая. До совещания глава региона посетил и выставку сельхозпроизводителей.